Всех учеников с праздником поздравили глава Десногорска Андрей Шубин и председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева. В этом году пришло в школу 64 юных музыканта. Мы очень рады видеть детей в нашей школе, и к нам идет очень много детей. К сожалению, мы даже не всех можем иногда принять, потому что у нас мало преподавателей. Поэтому мы ждем молодых специалистов и будем рады их видеть в нашей музыкальной школе. Мы ждем преподавателей по хоровым дисциплинам, по вокалу, по фортепиано, по аккордеону, по гитаре. У нас очень детей много идут на гитару. Очень полный у нас набор. У Евгения Фролова в музыкальной школе учатся сразу трое детей. Желаю родителям терпения, детям успехов и учителям тоже больших успехов. В первом полугодии первоклашек посвятят в юные музыканты, которые в ноябре на юбилее школы покажут, чему научились. Также до нового календарного года горожан ждут концерты всех отделений школы. И пусть у них дорога к музыке будет легкой и красивой.